Всем привет! У нас продолжение прохождения карты Ничейная Земля. Так, сейчас тогда едем к нашим овцам. Нужно там подкинуть им еды, плюс посмотреть, что по шерсти. Так, по нашему урожаю соя уже взошло. Тихо. Соя уже взошла, удобрена 100%. Ну там кое-где он есть местами, сорнячок, но это мелочи. Пшеница. Сейчас посмотрим. Поехали. О, пшеница, кстати, тоже уже хорошо взошла. Может, даже уже и созрела. Да, созрело. Но еще на ранней стадии. Ладно, пусть пока растет. Так, едем к овцам. Надо еще собаку покормить, не забыть. Так. О, кур, тут все нормально. Есть еда, все хорошо. Так, водички сразу добавить. Тоже нету. Где наш Бетховен? Вот он, собака. Так, я не понял, что она. Ну, мячик-то берет. Занимается тогда наш пастух кормежкой. Так, что по шерсти? Здесь у нас уже 4-8 поддонов есть. Отлично. Здесь совсем чуть-чуть. Так, 8 поддонов. Сейчас тогда подкинем меды. Кстати, а где мой трактор? Надо было трактор брать. А, еще есть. О, отлично. Сено собрано хоть все. Так, давай мы тогда вот это сейчас высыпем. Давай, запускайся. Высыпем то, что в прицепе. Потом съездим за трактором. И уберемся у них. Так. Отлично, прицепик обратно под навес. Так. Ну вот. А. В смысле, что еще раз? Простите. Так, это пока ставим обратно в гараж.
так. Так, берем трактор, тогда едем. Уберемся в овец. Ну, еще, наверное, подкинуть травы там или сена какого. А, и, короче, какие планы? Там мне работку одну подкинули. Можно заработать. Там как? Заработок будет от процент. Сказали, берешь 5% от того, сколько заработаешь. С продажи продукции с лесопилки. Фура уже там загружена, точнее прицеп. Нужно будет взять фуру и уже на фуре завести все это. Ну и 5% получается от выручки будет нам. Как доп. Заработок. Так, сейчас это уберусь быстренько и поедем искать фуру. Им закинул, но пока хватит ему. Так, трактор. Пока поднимется, его поставим, здесь пустоит. Ничего там около дома складировать технику. Все. Сейчас тогда едем за фурой, да еще обзвонить объявление, узнать, кто там может дать в аренду грузовик. Кш. Ну и уже тогда встретимся, наверное, там на лесопилке, на погрузке. Так, надо это тоже закрыть. Ну, закрывайся. Оп. Есть. Так, ну, пойду обзвоню. Так, все фуры, как оказалось, заняты.
мне в магазине предложили взять то Маза, если помните, что стоял, ну, на продаже. Сказали заодно, как говорится, и это обкатаешь. Заплатил 3000 за аренду. Что там такое происходит? Все моргает кругом. Ё-моё. Что-то случилось, видимо. Да, что-то тут серьезное. Так, а как нам тут объехать это все? Черт. Пожарная, скорая. Так. Да, видимо, кому-то что-то придавило. Ну да, вон человек лежит. Так, нам бы тут проехать, господа. По этим ямам, конечно, так себе. Вот, кстати, по асфальту. Давай, 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 давай. Черт, еще тут застрять не хватало мне. Давай. Тут, конечно, колдобины такие еще. Да уж, что-то произошло. Ладно, поехали. Асфальт уже почти доложили. Дорожка, кстати, получается отменная. А вот заезд. Оп. Так, вон две полосы уже. Эти светильники поставили. Фонари. Вот. Но я еще думаю потом для себя проложить какую-то грунтовочку. Ну, в смысле, щебенки какой-нибудь. Чтобы уж было совсем красиво все. Так. А что я сюда приехал? Вопрос. Мне же нужно ехать грузиться. Точно. Ну ладно. Как говорится, экскурсия небольшая. Так. Ну, мы, наверное, сюда вот как раз и проедем. Заодно покажу дорогу, какую построили. Вот здесь вот это вот предельня, получается, куда буду свозить свою шерсть на производство тканей. Ну, там тоже договорился, там 30 на 70. То есть они из моей шерсти делают ткань, я ее продаю, и 30% отдаю, как говорится, за работу. Так, ну что, мы на месте почти. Так, вон я вижу этот прицеп. Так, стоп, стоп, стоп. Да, оно нагружено под завязку, должно быть немало. Я надеюсь. Так, стоп. Выравниваем. Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну что, надо теперь
спросить, куда это все вести нам. Пойду тогда уточню и поедем. Так, а где тут? А, ну там, наверное, в доме. Тут пока посидел, попил кофейку с мужиками, короче, выяснил. Нужно ехать будет, если помните, там, где мы разбирали дом на дрова. Вот. Там построили небольшую базу по приему материалов. Ну, там какой-то офис небольшой поставили и, соответственно, сам приемный пункт. Так что едем туда. Будем там разгружаться. Так, наверное, поедем сейчас по главной улице через город и там свернем через бабулю, как обычно мы ездили. Так, стоп. Ну да, весь ход. Где-то должен быть поворот недалеко. Кстати, вот гаишник уже как дом обустроили. Участок, забор поставил. Красивенько все. Так, здесь нам можно налево. Ну, все дальше. Прямо. А, нет, стоп, это мы рано свернули, наверное, даже. Это через автобазу, через стройку. Ладно. Так тоже можно. Стоп. Стоп, 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 стоп. Здесь направо. И поехали. А, ну да, тут же нам опять налево. Точно, точно. Вот теперь правильно, через бабулю. Так, а везем мы что? Везем картону, бумагу. Шляпу. А потом, короче, я беру этот прицеп, с этим же фургоном едем к нам на участок, загружу. Так, как-то нам здесь вывернуть. Загружу шерсть и завезем ее на производство. И уже скоро будем продавать собственную продукцию. А это уже совсем другие деньги. Надо будет еще дров наколоть. Так, о, стоп, стоп, стоп. Мы же уже на месте. Да. Так, как-то нам так заехать на разгрузку. Наверное, давай здесь развернемся сейчас. И вот так. Стой. Мазик, в принципе, неплохой. Тянет без проблем. Поворота хватает. Так, у нас 80 тысяч на счету. Сейчас тогда будем считать, сколько это будет. 5% от выручки. Так, пошел процесс. Дальше. Ну вот, отлично. Что тогда, возвращаемся обратно на лесопилку. Сейчас рассчитаюсь
и поедем на базу. Так, аккуратненько, ничего не зацепить. Отлично. Бабуля, дрова есть нормально еще. Ладно, встретимся на лесопилке. Да, короче, развели меня, как говорится, мальчика. За 5% больше я не буду таким вещами заниматься. Надо было десятку брать хотя бы минимум. Короче, получилось как. Заработали мы 114 тысяч на продаже всего того материала. Так, и ну 5% это 5700 пошло мне на карман. Учитывая, что я 3000 потратил за аренду этого грузовика, 2000 заработали. Ну, по крайней мере, хотя бы смогу вывести свою продукцию. Так себе, конечно. Ладно, возвращаемся тогда. Так, ну, встал я как-то так немножко. Не совсем, конечно, красиво. Но по-другому тут особо не станешь. Сейчас тогда берем трактор и все это грузим. Как раз его отсюда не отгонял. Так что норм. Так, вилы есть тут, по-моему. Ну что, поехали тогда. Погрузку завершили. Вот, конечно, без казуса не обошлось. Трактор мой оказался высоковат, чтобы проехать. Овцы еще летали. Пришлось отодвигать все и потом только грузить. Так, ну что, закрываем борта. Оп. И закрепляем. Что ж, поехали. Сколько у нас получилось? 8 поддонов. Посмотрим, сколько будет с них шерсти. С этих 8. Так. В смысле шерсти, ткани, говорю. Давай-ка я сразу закрою ворота.
Поехали. Отличненько. Надо будет еще спросить, может, есть какая-то работа еще дополнительно, может, после обеда съездим еще на какую доставку. Да и по щебню тоже было бы неплохо сделать пару рейсов после обеда. Так что, думаю, работка еще будет. Сможем наверстать за день чего-нибудь. Так, стоп, нам сюда. Я надеюсь, нас разгрузят здесь. Отличненько. Так, тут, как обычно. Ну, супер. Так, давай на парковочку пока. Посмотрим, что у нас тут. Производство заработало, не заработало. 13% только, да? О, пошло. Первые мотки появились. Нитей. Ну, отлично. Ладно, поехали тогда. Пока домой. Ну а там посмотрим. Что ж, на этом пока что прощаюсь. Так что до новых серий. Увидимся. Пока.